Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. А, недавно я познакомилась с мужчиной, просто переписываемся и задал такой вопрос, какие качества и черты характера ты ценишь мужчине? С какими мыслями он задал такой вопрос, интересно. А, я думаю, а, клиент 3644047, а, что вы немножечко а, слабо понимаете как работает психолог. Мы не читаем мысли других людей и не предсказываем мысли других людей. И более того, не обсуждаем других людей. Это нарушение профессиональной этики. Единственное, что я могу вам сказать, это то, как что побудило вас, прочитав этот вопрос, задать его психологу. Не стремление ли к контролю, например. Нежелание ли построить отношения? То есть в том, чтобы хотеть построить отношения, нет ничего плохого. Но есть важный момент, связанный с тем, что если вы на первое место ставите построение отношений, а не личность человека, не взаимодействия с ним, то ваши отношения, скорее всего, будут дисфункциональными. У них будут присутствовать рекетные чувства, такие как страх, сомнение, вина, обида, ревность, э -э контроль, созависимость и так далее. Просто хочу вас от этого Более того, куда важнее, чем то, что думаем мы, то, что это думаете вы. То, как вы отреагировали на этот вопрос. И то, как вы отреагировали на этот вопрос, является, пожалуй, пожалуй самым важным. Потому что вы выстраиваете эти отношения, а не мы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать психотерапию. Удачи вам. Всего самого. Доброго.